Губернатор Московской области Андрей Воробьев передал муниципалитетам новую коммунальную технику – 37 единиц. Это тракторы, мини-погрузчики и микроавтобусы, приобретенные за счет областного бюджета. 9 машин направлены в Одинцовский округ. Как сообщил глава муниципалитета Андрей Иванов, техника оформлена в стиле пилотного проекта единого сервиса услуг ЖКХ «Наш дом». Еще одну партию техники вручат в начале следующего года. Коммунальные службы региона получат новые микроавтобусы для перевозки дворников и тракторы для уборки.